Вставай, Питер. Вот твой костюм. Приятно сегодня видеть здесь столько незнакомых лиц. Я знаю, что мама была бы очень тронута, но, возможно, слегка встревожена. Моя мать была весьма скрытной и замкнутой женщиной. Это бабушка? Ты же знаешь, что ты была ее любимицей, правда? Когда ты была совсем маленькая, она даже не позволяла мне кормить тебя и делала это только сама. У нее был очень сложный характер, который, наверное, передался и мне. Я вас узнала. Вы похожи на вашу мать. Что? Клянусь, иногда я отчетливо ощущаю ее присутствие рядом. Это видел? О, вот это что вы видели? Она не ушла. У нее были свои привычки и друзья. Кто же теперь будет заботиться обо мне? Думаешь, я не справлюсь? Ну, а когда ты умрешь? Она была там с нами вместе. До конца. Не хочу подвергать свою семью лишнему стрессу.